Так, это дружок. Вот здесь вот ошметки палочки. Вот Матильда лежит, тоже в ошметках. Посмотрим, что тут у нас на кухне. Интересно. Вот это цветочный горшок. Это их место. Вот здесь был раньше туалет. Вот это. Вот это алоэ. Росло вот в том цветочном горшке. Это коробочка от тортика. Лежала в мусоре. Вот здесь у нас земля. Вот тряпка. Я еще раз покажу крупную Матильду и дружка. Вот. И не стыдно вам? Не стыдно? А? Кто это все натворил? Кто натворил это все, Матильда, дружок? А? Скучно, что ли? Ну как же, люди могли это натворить, мы же сидим на цепи. Отлично вообще.